Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, ребята, как мы начали в прошлой серии, это опять угадывать покемонов, опять выбирать победителей. Но вот сейчас как бы не опять, а мы сейчас будем выбирать победителей. Но давайте я сначала, ребята, все объясню по правилам, чтобы все было понятно. Смотрите. Я поставил небольшую такую стену победителей, вот уже немного тут дорожку построил, уже вот тут этот столб сделал. Конечно, ребят, я это все использовал с помощью гейм-мода, просто чтобы у нас вот эта доска победителей была очень красива. Итак, ребята, смотрите, каждую серию, давайте сначала посмотрим, какой был предыдущий покемон. Ну, в принципе, я думаю, все, многие написали, что это Зоруа, да? И сейчас, в принципе, ребята, сейчас у нас будет... Внимательно, ребят, слушайте, чтобы потом не задавать вопрос. Сейчас у нас как раз опять показывается покемон, который... которого нужно будет угадать в следующей серии. Можете уже угадывать. Но, ребята, да, в предыдущей серии это у нас был Зоруа. Много написала правильно. И, ребята, в принципе, давайте сначала... Как я все объясню? Ну, сначала у нас вот у нас такая небольшая, хотя как небольшая, стена выбора победителей. Я думаю, действительно, это прикольно. У нас мы будем сюда заходить, и тут у нас будут победители, вот на этом написано. Сначала, ребята, как мы будем выбирать победителей? У нас будет 9 участников. Я понимаю, что там очень много участников, но всех участников выбирать это будет очень... Одного со всех участников выбирать это будет очень слишком долго. Я сначала как хотел, ребята, выбирать? Я сначала хотел просто-напросто из всех, кто написал или комментарий, просто одного выбрать, любого, который комментарий мне больше понравится, да и все. Но нет, я решил дать всем шанс, чтобы, ну, как бы все смогли попасть на эту стену почета, да, кто угадал покемона. И смотрите, ребята, что мы будем делать. Мы будем выбирать 9 я потом объясню, почему именно 9 участников полностью рандомно, полностью, как бы ничего не будет от меня зависеть, я не буду выбирать, кого я захочу, а полностью рандомно, чтобы все могли сюда попасть на эту стену, и чтобы потом не говорили: да ну, Эдисон, это не по правилам, почему ты его выбрал, а не меня выбрал. Ребят, это не от меня зависит, это полностью рандом. Давайте каждую серию я буду показывать 9 человек, которых я выбрал рандомно. Давайте же сразу приступим. И, в принципе, ребята, выбрали мы 9 человек. Вот, смотрите. Теперь наши 9 человек, я уже их выбрал и уже записал вот сюда в книжечке их имена. Вот, они тут у нас есть в книжках. Именно 9 человек. Мы засовываем сюда вот эти книжечки. Вот почему 9, потому что в раздатчике только 9 книжек помещаются. Если бы было 10, было бы 10. Если бы 20, 20. Но помещается только 10. Мы запихнем их сюда. Давайте же сразу запихнем. Хотя потом их запихнем. Нет, давайте же сразу запихнем. Вот. 9 человек. Вот, тут у нас будет 9 человек. Перемешиваем их. Так. И, ребята, как раз сделал я такую небольшую систему. Сюда мы будем кидать любую вещь. Вот, любую вещь, она будет туда идти. Потом нажмется на плиту через какое-то время. И нам выдадет одну из вот этих случайных книжечек. И так мы будем выбирать победителя. Ребят, я думаю, это просто охрененная идея. Ну, в принципе, я так думаю. Потому что полностью от рандома зависит два раза.
То есть вы пишете комментарии, вы угадываете какого... Ууу, сначала давайте мы убьем босса. Босс. Главное, чтобы он нас не убил. Охренеть. То есть мы ему почти что нифига и не сносим. Так, давайте мы вот этим его... Опять быстренько не будем все нажимать, чтобы не вылетело случайно. Вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. Так. Ну чё ты? Отлично, ребята, в принципе. Офигеть. Офигеть, офигеть. Все у нас поднялось. Да, все у нас поднялось. И вот так, ребята, я еще раз говорю, это будет полностью зависеть от рандома. То есть вы пишете комментарий любого покемона, ну, не любого покемона, да, того покемона, который на картинке. Если вы его угадываете, да, мы потом выбираем 9 участников через помощью рандома, в принципе, как мы выбрали 9 участников. Потом пишем их имена в эти книжечки, ставим их вот сюда. И, ребята, мы будем выбирать в конце серии одного победителя. То есть мы сюда кинем любой итем, он, ну... Любую вещь, он туда поплывет, потом выкинет нам книжечку с любым именем, с которым там есть, да, и мы запишем его вот сюда. Ребят, я думаю, это вообще офигенная идея, потому что это, мне честно нравится, как, в принципе, все вот это идет. То есть не я выбираю, кого мне понравится комментарий, а полностью рандом. И первый раз выбирает, и второй. Как бы... Первый раз рандом выбирает тогда, когда выбирает 9 случайных участников, а потом мы с помощью раздатчика, то есть казино какое-то, да, можно сказать, кидаем сюда итем, и оно идет туда, и потом выкидывает нам одну с этих случайных книжечек. Поэтому, ребята, мы будем выбирать победителя в конце серии, то есть в начале серии мы объявляем участников, а в конце серии мы объявляем победителей. Все, ребят, в принципе, я все сказал, что я хочу. Хотел, да, и вот, в принципе, сейчас давайте приступим, мы просто-напросто будем прокачивать дальше наших покемонов, да. А потом, ребята, мы выберем победителя. Вот, я как раз еще построю такую еще тут небольшую комнатку, тут у нас будет комната для сундуков. Давайте сюда все поставим, вот это, с пиксельмона, что тут у нас есть. Вот это, да. Еще у нас тут что-то есть, тут ничего. А тут у нас вот это есть. А вот это. А, так, уже места нету. Так, давайте поставим-ка мы все это вот сюда. Вот так. И что-то еще есть? Это. Это уже ресурсы, конечно, они ресурсы с пиксельмона, но я думаю, пускай они будут вот тут. Так, все, отлично. Давайте-ка мы это все ставим вот сюда. Все. Тут у нас все есть. Сейчас давайте-ка мы поставим ресурсы. Наши ресурсы тоже куда-то мы в один сундук поскладываем. Так, что-то еще тут есть? Я думаю, что нет. Вот еще вот это. Так, это ресурсы у нас вот тут, например, будут, да? Возьмем половинку. Вот так. Отлично. Тут у нас будет еда, допустим, да? Мы это все сюда поскладываем. Вот так. Отлично. Так, тут у нас еще что-то есть. Еда вот у нас тут есть. Ну, в принципе, это потом мы все пораскладываем. Так, тут еще еда есть. Отлично. Так, давайте еще еду сюда запихнем. Вот так. Сюда, а, у нас же тут еще ресурс есть, точно, я не заметил как-то. Тут давайте у нас будет дерево. Да, вот так, отлично. Фу, ну дерево нам сейчас будет нужно. Давайте возьмем его. И давайте-ка мы пойдем немного сделаем себе дизайна, ребята. Так, в принципе, то, что я хотел сразу же сделать, но вот, как бы, вот тут у нас будет... Тут у нас будет, можно сказать, как это, листва, да? Чтобы было более-менее так красиво. Так, нет, вот тут нет. Давайте выкопаем его тут. Вот это место. Опять вот эта машина гудит, хилерка. Так, выкопаем.
Тут тоже потом я расчищу еще территорию. Ребята, я еще раз скажу, я построил вот ту стену почета с помощью гейммода, это понятно, потому что там много ушло и того же кварца, да, но, в принципе, то, что я построил это потому, чтобы действительно... Какую я сначала стену почета построил? Ребята, стена у меня была... вот 4 каменных блока и посередине 5 досок. Но я думал, раз мы уже беремся за какую-то стену почета, да, то чтобы она хотя бы была нормальная. И поэтому я включил гейммод и построил вот такую нормальную стену почета. Я думаю, ребята, вы не будете против, вы не будете говорить, о, Эдисон там использовал гейммод, бла-бла-бла, читер. Ребят, я думаю, что никто это не скажет, потому что это как бы нам... Мы не взяли себе там стак там золота или алмазов или еще чего-то, или мастерболов, что как бы как-то повлияет на поимку покемонов. Нет, ребята, это вообще другое. Мы просто-напросто построили стену почета, просто для того, чтобы люди могли участвовать и мы могли выбирать. Так, тут лишнее, да. Мы могли выбирать участников, победителей и просто-напросто записывать их на стену почета. И, в принципе, я думаю, так действительно оно будет прикольно и будет вот так красиво, как оно выглядит, нет? Тут много людей. Сколько тут людей поместится? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 30... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 людей поместится. Так, ну что? Что я хотел? Что я хотел? Что я хотел? А, точно. Нам уже нужно все-таки садить еду, ну, выращивать еду какую-то, потому что действительно не хватает уже нам еды, уже почти что кончается. Так, я, ребята, еще нарубил немного дерева, потому что, в принципе, дерева у нас почти что не было, а дерево нужно вот для этого, чтобы сейчас сделать. Так, я думаю, что хватит, я так думаю. Так. Хотя, может, даже и не хватит. Ну, в принципе, у нас есть еще дерево в сундуке, так что, если что, мы возьмем. Просто я думал, что оно хватит. Одного стака. Да не, хватит, конечно же, хватит. Отлично, еще даже 5 осталось. Так, сейчас нам нужно идти нарубить листву. Пойдем-ка мы вот туда. Вот сюда, в принципе. Сейчас мы понарубаем немного листвы. Так. Отлично, нам бы действительно XP-шер нужен. Нужно уже сделать себе наконец-то магазин. Охренеть, как это все быстро. Так. Я не знаю, хватит ли вот это уже, нет? Нет, конечно, не хватит. А, ну там же, в принципе, нам нужно 59 штук. Точно. 59 штук. Ну, как раз. Вот еще вот это дерево. Все, сейчас уже хватит. Потому что мы использовали... Мы использовали 59 дерева, да, поэтому нам сейчас нужно 59 листвы. Так, отлично. И почему, ребята, я решил выбирать участников на начале, а потом выбирать победителя в конце, потому что хотя бы, чтобы была какая-то такая небольшая интрига, да, что вот победитель там будет в конце. Ну, в принципе, вот... Я говорю, просто участников мы будем выбирать сначала, а победителей потом в конце. Чтобы было более-менее так. Нормально. Так, ну что, давайте-ка мы тут листву поставим, чтобы... Так... Нет. Так. Ну, в принципе, действительно... Ну, да, конечно, должно хватить, просто... Да ты ж, если мы так будем ставить, то фиг, хватит. Так. Так. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И, в принципе, дом у нас уже будет более-менее так готов. Понемногу мы его доделываем. Еще крыша немного осталась. И, конечно же, внутри. Так, 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 так. Все, отлично. Вот как выглядит, прикольно.
Тут у нас как раз 4, и я вот эти цветка нашел и посадил их вот сюда. Поставил. Так, сейчас что я хотел? Вспомнил, что я хотел. Так. Капут, что ты так быстро тратится вот это? Голод начинает? Фиг его знает, или мне кажется, или действительно вот так. 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 Отлично. Нет, не хватит. Вот так. И, в принципе, давайте сейчас-ка мы... нет, вот хватит. 8 штук вроде должно хватить. Давайте. Вот сюда 1, 2, 3, 4. Да, как раз 8. 3, 4. Чтобы был тут тоже такой заборчик прикольный. Все. Снаружи дом, можно сказать, почти что готов. И, в принципе, если честно, мне показалось, что дом реально кажется такой, действительно дом такой прикольный. Простенький, но в одно время и красивый. Вот, еще немного вот тут крыши не хватает, потом это доделаем. Но вот так уже дом готовый, да. Так. Сейчас, ребята. Я еще что-то хотел, но уже забыл, если честно. Что я хотел? Что я хотел? Вот точно, что я хотел. Нам бы действительно уже нужно тут какие-то плантации начать делать, выращивать, потому что, в принципе, действительно, у нас уже голод очень тратится. Ну, как бы очень быстро он тратится, а еды у нас не хватает. У нас есть, да, еда, которую можно пожарить. Давайте вот половинку вот этого возьмем, пожарим. Вот это и вот это. Хотя, в принципе, еще нормально так еды есть. То, что мы наворовали вот тут в деревне, да. Так, это пожарим. Так, и вот это пожарим. Отлично, у нас уже куча препонов. Уже можно себе сделать. Ребят, вот какого я еще нашел одного покемона-босса. И смотрите, что выпал. Solar Beam. Офигеть, вот это действительно офигенный такой. Вот этот. Камень эволюции, да. В принципе, потом нужно себе будет словить такого покемона, которого можно, на него можно использовать Solar Beam, да? Ну, фиг его, может, какого-то Ивизавра, Бульбасавра словим, или Одиша, не знаю, ну, потом посмотрим, ребята. Так, давайте сначала, может, идем поспим, а то уже ночь наступила. Наступает, точнее. Так, еще нет, ну, почти уже. Ух, точно, вот я забыл, нам же нужно убивать... Пикачу, может там Минума, да, потому что с них тоже вроде выпадает Глоустон. А Глоустон нам нужен для того, чтобы себе сделать компьютер. Ну что-то я никого тут больше не вижу. Вроде только что там был какой-то Майнум, да, но уже походу его нету. У нас же вроде есть 2 глоустона, но нужно 4, чтобы сделать компьютер. Ну, как бы, компьютер нам сейчас еще не нужен, так как у нас только 3 покемона, но все же, чтобы он хотя бы был. Так, отлично. Фу, а может я потом плантацию сделаю без съемки, чтобы не строить ее. Ну, потом, ребят, посмотрим, честно, сейчас пока что не знаю. Так, Фироу, давай-ка ты иди сюда. Так. Отлично. Что выпало с него? Так. Сейчас. Дайте нам какого-то... Конечно, нереально фигово то, что нету... То, что нету покерадара, было бы намного легче. У нас бы, может, уже были бы покемоны какого-то... Хрен его знает, там... Уже 60 уровня. Приблизительно, потому что мы бы их качали очень быстро, так как мы много бы находили покемонов-боссов, и плюс к тому мы бы много всяких вещей выбивали там, например, те же экспешейр, яйца всякие, которые намного проще прокачивать, да, покемонов. И, в принципе, действительно. Так, еще хочу сказать спасибо тому, кто мне написал, что у меня не изучилась атака Close Combat на Infernape. Потому что, действительно, она изучается, но как раз у меня в тот момент, я, ну, выкинулась из игры, да, и я не успел ее выучить. Ну, как бы,
она хотела там что-то выучиться, да, но выкинула с игры. Вот, как, например, вот сейчас хочет выучиться, да, и как раз и вроде и тогда меня выкинула с игры, и она не изучилась. Что-то такое. Поэтому, ребята, я заново как бы взял себе Infernape и прокачал его. Так. Сейчас. Волторб. Нет, нам бы действительно Майнума какого-то или Пикачу, если бы мы его нашли. Или давайте мы уже, наверное, пойдем выбирать победителя, ребята. Сейчас-ка мы уже пойдем. Так, еще, может, тут парочку покемонов убьем. Это какой уровень? 39-й. Так. Так, и еще один удар. Отлично, ганпаудер. Ты какой уровень? Ух ты, 46-й уровень. Давайте попробуем его убить. Да, реально очень такая сильная атака. Так. Ху, Литвик, 35-й уровень. Ну что, ребята, идем-ка мы выбирать уже победителя. Давайте я сейчас вот сюда выкину, что нам не нужно. В принципе, только вот это пока что. А, вот то все мы потом магазин сделаем и будем. Паук! На карте паук! Может, там просто данж какой-то, по идее. Да. Так, ну ладно. Ну что, идем мы, ребята, выбирать победителей. Вот как раз по пути еще поубиваем вот этих. Какой он, 30. Ну что, ребята, давайте мы пойдем. Уже сейчас будем выбирать победителя, первого победителя, который попадет на стену почета из тех 9, которые у нас есть. Давайте сначала заберем, у нас тут есть еда, да? Да. Я потом еще пару сундуков создам для вот этого всего хлама, потому что эти, в принципе, у нас уже заполнены. Создам там для булыжника, для вот этих расходных материалов, то есть вот перо, например, что там у нас еще есть. Ну вот это все, цветы, да, кремень, вот стекло, вот это все, вот короче это, которые такие, другие ресурсы, да, можно сказать. Ну что, ребята, давайте-ка мы пойдем, сейчас будем выбирать нашего победителя. 9, давайте посортируем. Ну что, поехали. Я думаю, вот с этим оно там. Смотрим. По идее, оно где-то через 13 секунд должно выбрать, ну, уже случайную книжку выкинуть. Приблизительно, я где-то так считал, 10-15 секунд. Вот, даже быстрее или нет. Ну что, ребята, тут у нас первый победитель. Да, вот одна книжечка выкинулась. Первый победитель. Ну что, давайте. Оп! И кто же он будет? Первый победитель, который попадет на стену почета. Олег Басаже. Ну что, поздравляю. Первый наш победитель, который попадает на стену почета. Ставим вот сюда. Кого он угадал, это у нас было Зорова, да? Я надеюсь, правильное имя. Все, ребята, вот у нас есть первый победитель. И тут у нас этим мы забираем, потому что как бы одного мы выбрали, да, этим мы будем сейчас выкидывать. Вот так. Ну что, ребята, угадывайте покемонов. В принципе, мы будем вот так случайно выбирать 9 участников, ну, складывать их, писать их, ну, твою ж мать, что-то я вообще запутался. Вот сюда книжечки ставить, и вот таким образом мы будем случайно выбирать победителей. Ну что, ребята, я думаю, на этом уже мы закончим вот эту первую серию. Ставьте лайки. Не первую серию, какую жопу первую серию. Что-то я заговариваюсь. Давайте мы закончим эту серию, как бы первую серию после того, как мы начали опять угадывать покемонов. Да, вот как-то так. Выкрутился, можно сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.